Всем здравствуйте, всех с наступающим 2011 годом. Хочу сказать, подвести итоги своего 2011 года. В принципе, доволен всем. Впервые стал бронзовым призером на Ultimate, впервые там выступал. Стал бронзовым призером Strongman Champion League. Тем самым я из всех в мире имею больше всех титулов в этом году. Вот. Ну, так льстит для меня, конечно, я старался. Вот. Самое главное событие, у меня родилась дочка Диана 23 июля 2016 года. И, в принципе, неплохой год. Думал, что все идет по замкнутому кругу. На самом деле ничего не повторяется. Снаряд в одну руку не попадает. В одну и ту же реку войти нельзя, в принципе, доволен. Вот. И единственное, что, конечно, не то, что я жалею, но не получается так. По-видимому, по каким-то непонятным ситуациям, по каким-то непонятным знакам. Не знаю, скорее всего, не получится мне уступить по штанге с другой стороны, так как я не имею права иметь два гражданства. Поэтому я сделал для себя вывод, что скорее больше всего русский, россиянин. И пока что я откладываю свое желание обнимать штаны. Я остаюсь всего в экстриме. Начинаю подготовку на Arnold Classic 2011 года. Готовлюсь в Архангельск на битву чемпионов. И куча разных стартов, поэтому, кто-то сделал ставки, кто-то что-то подумал. Ребята, я сделал все, что можно. Но ситуация показала, что если нет ничего, значит не будет. Не могу я обещанию верить. Если нет, на сегодня у кого что-то. Завтра тоже не буду что-то предложить. Будут какие-то отговорки, что я сам себе рядовой, сам себе генерал. Я не стал командой пока. Поэтому вот моя мама с женой сказали: Михаил, оставайся ты там, где ты нужен, я остаюсь. Всего в экстриме. Приснился Турчинский. Мы с Турчинским ехали на каком-то пароходе. Непонятно, мы ехали и молчали. Непонятно, куда ехали, что ехали. Но я понял, я ехал не с кем-то, я ехал с Турчинским. Поэтому это неплохой знак. Ну и хочу пожелать всем здоровья, успехов, любви. Всем самого всего хорошего. И Кокляев, богатырь Кокляев, остается в силовом экстриме. Большое всем спасибо болельщикам и не болельщикам.